Беларусь и Россия расширяют торгово-экономическое сотрудничество. В Новосибирске продолжаются Дни Беларуси в Сибири. В новосибирском экспоцентре на площади 5000 квадратных метров представлена вся палитра белорусской продукции от техники до продуктов питания. Придя сюда, бизнесмены и жители Новосибирска могут увидеть и попробовать лучшее под маркой «Сделано в Беларуси». По объему белорусского экспорта Сибирь занимает пока только четвертое место среди российских регионов. Чтобы выйти в лидеры, нужно создавать совместное производство и научные лаборатории. И первый день работы Белорусской торговой промышленной палаты в Новосибирске уже дал результаты. Накануне подписаны контракты на 15 миллионов долларов.